Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она, много лет как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их то дальнее село. Мальчик без усов не раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Из траншей бой, встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь воды мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын услышать мог.